Мальчишки и девчонки учатся искать нестандартное решение социальных проблем. Например, если у Деда Мороза очень не вовремя сломалась машина. Вот как вы, как руководитель этой компании, что бы вы начали, о чем вы сейчас думаете и какие у вас идеи есть, что делать? Вызывать такси. Стоп, вызывать такси ехать. Добровольцы своих позвать, если они есть, что помогли. 3 часа ночи 1 января. Если я руководитель, я ему скажу, решай проблему или я тебя уволю. Сразу после мастер-класса представители Центра добровольчества ВДЦ «Смены» разделились на 10 групп и применяют полученные знания на практике. Сегодня им предстоит защитить свои проекты. Прежде всего, мы хотели бы приобщить ребят к решению проблем, которые существуют в современной России. Но не тех проблем, которые может решить государство, не тех проблем, которые может решить бизнес, а тех проблем, мы называем не проблемы, а задачи, да, которые могут решить ребята, общество. На защиту проекта у каждой группы 5 минут. Еще столько же, чтобы ответить на вопросы жюри. Некоторые ищут оригинальные способы, чтобы проиллюстрировать свою проблему. Нет, ребята, так нельзя, это расточительно. Юные волонтеры представляют самые разные темы. Разделение бытовых отходов, экономия электроэнергии, проблемы чрезмерного потребления воды. Мне очень нравится решение кейсов. Мы научились грамотно мыслить в отношении общества, понимать общество, то есть почему оно использует неэффективно воду, почему оно не хочет использовать эффективную воду и какими способами мы можем научить его использовать воду эффективно. Мне кажется, дети очень хорошо справились с задачей, так как они высчитывали ЖКХ, всякие проценты, сколько, какая будет коммунальная услуга, какие цены. То есть они все рассчитали, все проблемы, все средства, которые им понадобятся. Лучшие проекты примут участие в следующем этапе программы «Ты решаешь». Победители станут участниками форума «Доброволец России-2017». А самые актуальные работы будут реализованы на практике.